Самый вероятный кандидат на должность мэра Омска госпитализирован с подозрением на инфаркт. Станислава Гребенщикова увезли на скорой прямо из регионального правительства. Фотография появилась в группе «Типичный Омск» ВКонтакте с подписью «Седому пенсионеру стало плохо в администрации Омска». Конец цитаты. На фото заместителя губернатора из дверей здания областного правительства выводит медсестра скорой помощи. Сейчас телефон Станислава Гребенщикова недоступен, но нам удалось дозвониться на руководителю Главного управления информационной политики Омской области Станиславу Сумарову. Действительно, Станиславу Георгиевичу немножко прихватило сердце, он госпитализирован в одном из лечебных учреждений Омска, но состояние удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает. То есть есть вероятность, что 14 числа на собеседовании с комиссией он не сможет присутствовать? Ну, все возможно, посмотрим, как будет себя чувствовать, пока об этом говорить рано. Но я напомню, что 14 апреля Станислав Гребенщиков должен пройти собеседование с комиссией, которая отбирает кандидатов на должность мэра Омска. Присутствие обязательно, в противном случае исключение из числа претендентов. А как говорят врачи, после инфаркта пациента оставляют в больнице как минимум на неделю. Мы дозвонились до председателя комиссии Сергея Тодорова, и он подтвердил, что исключений не будет даже для заместителя губернатора, которого называли самым вероятным кандидатом на должность градоначальника. На заседании комиссии присутствовать обязательно. Если он по состоянию здоровья не сможет присутствовать, то он не будет допущен до голосования в Совете. Он участник конкурса. Пока к собеседованию допущены 17 кандидатов на должность мэра Омска. Пройдет оно 14 апреля, а 19 апреля депутаты горсовета выберут нового градоначальника.